Здравствуйте! Сегодня мы посмотрим с вами видеообзор от интернет-магазина iClone.net новой модели смартфон от китайского производителя фирмы Zoppo, модель ZP300. Давайте, как заведено у нас уже, мы посмотрим для начала комплектацию. Телефон мы осмотрим потом. Значит, в комплекте у нас идет инструкция. Дальше есть у нас стереонаушники с разъемом 3,5, гарнитурой hands-free свободной руки с логотипом Zoppo. Есть у нас также кабель для синхронизации с компьютером и зарядного устройства. Само зарядное устройство 5 вольт, 1000 миллиампер, и переходник к зарядному устройству. Вот. Видим. Далее есть еще у нас батарея в комплекте. Батарея у нас идет 4,2 вольта, 1800 миллиампер. Так, давайте теперь рассмотрим сам телефон, что он из себя представляет. Компания Zoppo Mobile представила флагман своей линейки коммуникаторов ZP, новый смартфон Zoppo ZP300, Filed Android 4.0.3 в Украине. Он уже доступен в интернет-магазине iClone.net. Можете его приобрести по доступной цене. Сейчас мы с вами осмотрим именно эту модель. Итак, для начала давайте осмотрим переднюю панель телефона. На передней панели есть у нас емкостной LED-экран LG с поддержкой мультитач на 5 касаний. Материал идет у нас стекло 4,5 дюйма HD, 16 миллионов цветов с разрешением 1280 на 720 пикселей. Есть G-сенсор, датчик положения телефона в пространстве. На передней панели также мы видим камера. В этой модели 2 пикселя для видеосвязи, съемки, видео и фото. Есть слуховой динамик, также датчик освещенности. На нижней панели мы видим с вами сенсорные кнопки. Первая кнопка возвращения домой, кнопка меню и кнопка возврата, предыдущее меню. На боковых ребрах этого телефона мы видим с левой стороны пустая. На верхней части телефона мы видим разъем для наушников 3,5 стерео, кнопка выключения, включения телефона, также блокировки экрана. На правой панели мы видим только качельку включения громкости, больше-меньше. На нижней панели есть у нас разговорный динамик и разъем для подключения синхронизации компьютера или зарядного устройства. Задняя крышка на ощущение ребристая, то есть в руке он не будет скользить сам телефон. Пористый материал с логотипами уже Zoppo. Есть довольно громкий динамик. Камера 5 пикселей и светодиод для фотовспышки и функции фонарика. Теперь давайте осмотрим внутренность самого телефона. Крышка сидит довольно плотно. Выполнен телефон довольно качественного материала. Пластик. Видим, что крышка у нас гнется, то есть она не поломается. Мягкий пластик. И внутри мы видим два слота для карт VCDMA. GSM. Также есть слот для расширения карт памяти в microSD до 64 гигабит. Теперь давайте мы еще с вами подключим сам телефон, испытаем его на производительность. Есть батарея у нас, повторюсь, 1800 миллиампер. Это
литий-ионная батарея. Время работы в режиме ожидания до 300 часов. В режиме разговора до 5. Защелкивается крышка хорошо, довольно плотно лежит, без всяких зазоров. И давайте мы с вами включим наш девайс, смартфон от компании Zoppo, китайского производителя, от интернет-магазина iClone.net. Первое, что бросается в глаза этого телефона, это огромная 4,5-дюймовая матрица. Но основная ее прелесть не в размере, а в разрешении. 1280 на 720 пикселей. Такие дисплеи для смартфона Zoppo ZP300 поставляет компания LG. Но экраном достоинства не ограничиваются. Коммуникатор оснащен двумя камерами. Фронтальный имеет разрешение 2 пикселя, а основная 5. Так, давайте приступим к обзору. Здесь у нас основной рабочий стол, на который мы можем выставлять любые ярлыки. К примеру, виджеты. Мы с вами давайте просто поставим картинки для замерения. Так, как видим, телефон касание включает довольно быстро. Есть второстепенное меню с быстрыми настройками яркости экрана, таймером отключения дисплея, автоповорот экрана. Также быстрые настройки для доступа сети Wi-Fi, Bluetooth, GPS, передача данных, включение в режим полета и быстрые настройки звуковых эффектов, как улица, совещание без звука. Давайте с вами протестируем телефон на наличие мультитач с помощью программки под таким же названием мультитач. Видим, есть у нас 5 касаний, то есть мультитач действительно на 5 касаний. Дальше давайте с вами протестируем еще телефон на производительность. Попробуем запустить бенчмарк, программку для тестирования всевозможных датчиков. И проведем с вами тест. Тест будет проходить немножко долговато. Тестируют КПУ памяти, оперативную память, 3D-ускоритель, производительность процессора, монитор и выдает график производительности этой модели. С этой моделью однозначно вы получите массу удовольствия от использования современного процессора ARM версии 7 с частотой 1 ГГц, с 3D-ускорителем Cortex-A9 и объемом оперативной памяти 1 ГБ. Операционная система предустановлена Android 4.0.3. Глюков при тестировании замечено не было, потому что в некоторых моделях операционной системы 4.0.3 при работе телефона, если мы вытягиваем батарею, телефон в последующем просто зависает и больше не включается, для этого нужна перепрошивка. Эта модель проходила такую возможность, и после этого он включился и работает без замечаний. Дополнительные возможности смартфона оснащен модулем Wi-Fi, GPS, Bluetooth, двумя камерами, автофокус. Итак, видим, протестировала программа Benchmark наш смартфон. Есть у нас результаты. Общая оценка 2987, КПУ 1267, RAM память 443, КПУ 992, операционная система 285. Так, давайте мы с вами тогда посмотрим результаты.
Сейчас программа суммирует результаты и выдаст нам график для более детального осмотра производительности этой модели на базе процессора MediaTek MT6575 ARM версии 7.1 ГГц. Смотрим наш телефон ZP300 Android 4.0.3 1 ГГц. Давайте посмотрим более детально по графику результаты. Так, этот телефон, наше устройство 2987, лучше чем Samsung Galaxy S, Sony Ericsson X10i, но конечно уступает Samsung Galaxy Note LG Optimus 2X. Ну, для такого разрешения экрана и для герцового процессора на базе MT6575 это довольно таки неплохой результат, потому что были модели намного хуже производительностью. Давайте с вами еще проверим телефон на все датчики, которые присутствуют в этой модели с помощью программки ZDVS Test. Там, где стоят у нас галочки, видим, что эти датчики у нас присутствуют. Начнем сначала, с самого верху, основная камера. Как видим, 1280 на 720. 2560 на 1920 пикселей. Дальше дополнительная камера. Тоже смотрим. 2048, 1537, 3.1 даже пикселя. Она даже более чем указал производитель. Также GPS. Уже идет нахождение спутников. Не будем вдаваться в эти подробности. Но главное, что GPS у нас присутствует. Дальше сети Wi-Fi. Обнаружено, сразу видим, две сети. Дальше Bluetooth. Он требует подключения, но мы его не будем подключать. Видим, что он у нас присутствует. Дальше стандарты связи. VCDMA, HSPDA, 900, 2100 МГц. Также GSM. 9000, 1800, 1900 МГц. Дальше акселерометр. Видим визуально, что мы его передвигаем. Даже по X, Y, Z координат датчики меняются у нас. То есть акселерометр у нас присутствует. Также компас. Магнитное поле видим тоже по координатам. Экран. Экран мы видим, как указано производителем тоже, высота пикселей 1200, ширина 720. Также батарея, динамик, микрофон, вибросигнал. Нас интересует процессор на базе MediaTek MT6575 Cortex-A9 ARM версии 7.1 ГГц. Также USB видим, аудио-видео-выход. Операционная система Android версия 4.0.3. Дальше датчики освещения. Люминексы при закрытии мы видим, что изменяются. Также есть датчик приближения. Видим, вот он мигает у нас. После разговора экран затухает для экономии. Также есть фотовспышка, датчик, который у нас присутствует, значит мы можем поставить сюда фонарик, это будет очень удобно. И остальных, как бы, датчик давления, гироскоп, гравитации, изменение акселерации и ротационный вектор этих датчиков в этой модели нет. Теперь давайте с вами еще попробуем поработать с какими-то играми. Для производительности, для начала запустим с вами игру, стандартно это Angry Birds. Запустим ее и попробуем телефон на производительность. Видим, здесь
есть возможность увеличения и уменьшения. Также бирка играет без тормозов, нет никаких визуальных искажений этой модели. То есть мы с вами можем вполне реализовать свои возможности в игровых процессах. Также можем испытать еще возможность мультитача на несколько касаний в играх. На несколько касаний есть возможность на все четыре работать, как видим, одновременно. Это у нас возможность такая есть. Еще раз попробуем. На два касания, на три, на четыре, так же самое на пять. Видели, что действительно мультитач реализован в играх хорошо. И попробуем с вами теперь поработать с интернетом, как у нас загружаются страницы, насколько быстро, как хорошо. Итак, давайте с вами попробуем найти. В интернет-странице как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Значит, что еще бы хотелось сказать по поводу этого телефона? GPS-навигатор. Навигация здесь полнофункциональная, с голосовой поддержкой. Батарея разряжена. Функционально пользоваться GPS-навигацией. Проводить маршруты. Двигаться в направлении, указанном пользователем. Также есть возможность реализации всяких приложений. Для этой модели нет невозможного. И давайте посмотрим еще, как отображается галерея. Возможности открытия картинок. Есть нижний предосмотр, мы можем выбрать сразу интересующие нас картинки. Есть возможность увеличения просмотра также. И камера. Камера идет у нас 5-пиксельная. Давайте попробуем сделать фотографию здесь на месте и ее же просмотреть в галерее. Давайте попробуем увеличить. Видим, что качество фотографии отличное. Также есть возможность переключения как фото и видео.
слайд-шоу. Поддержка камеры автофокуса, установки режима съемки, освещение, баланс белого, цветовые оттенки, технологии распознавания лиц, запись видео, как передняя, так и задняя камера. Полнофункционал. И посмотрим, наверное, с вами еще видео, как идет у нас воспроизведение и как работает у нас звук, насколько громкий динамик. В этой модели есть возможность регулирования звука как качелькой громкости, так и на экране с помощью пальца. Видим, что с видео справляется телефон тоже достаточно хорошо. Что хотелось бы сказать, подводя итоги об этой модели. О смартфоне ZP300 Android 4.0.3. Первое, что бросается в глаза, это огромная 4,5-дюймовая матрица. Но основная ее прелесть не в размере, а в разрешении. Еще один китайский смартфон не мог похвастаться таким HD разъемом матрицы, как 1200 на 720 точек. Такие дисплеи для смартфона Zoppo ZP300 Android 4.0.3 поставляет компания LG. Но на этом достоинство не заканчивается. Имеется две камеры, основная и фронтальная. Фронтальная идет 2 пикселя, основная 5 для видеосвязи, поддержки Skype. Качество снимков, как и качество видеозвонков, просто потрясающее. Вполне сравнимое с полноценным фотокамерами. Интернет-магазин iClone.net дает возможность купить Zoppo ZP300. Доставка по Украине, а также в страны СНГ. Ну, вы получите массу удовольствия от использования современного процессора ARM версии 7 с частотой 1 ГГц, объем оперативной памяти 1 ГБ и более чем достаточно для последней версии 4.0.3.